Не обращай свой клинок против невинных. Прячься на виду. Никогда не подводи братство ассасина. Это основные догмы кредо. Это правила, по которым я жил. Тогда я был молод. Начиналась 7-летняя война. Если бы я только знал, что готовила мне судьба. Какую цену я заплачу. Меня зовут Шей Патрик Кормак. Вот как все было. Так, сейчас хотя бы дров заготовим. Признай, я почти тебя достал. Почти это ничто, Шей. Да и к тому же, это удача. Удача — это миф. Лаем. А, так вот, почему ты вечно попадаешь в передряги. А скажи-ка, как ты из них выбираешься? Ну, знаешь, из огня да в полымя. Пора назад. Быстрей. Похоже, у капитана и его команды неприятности. Как странно, на встрече с контрабандистами. И все же, почему ты не можешь рассказать, зачем мы здесь? Шевалье считает, тебе не стоит знать. Думал, мы друзья, Лаем. Друзья. Но это другое. Так решили, Шей. Что, не успеваешь, что ли? За тобой смотрю, чтобы не споткнулся, не дай бог. Живей. Шевалье не любит опозданий. Черт, да где эти недоумки? Какого черта? Где вас двоих носило? Мы охотились. Что случилось? На моих людей напали английские псы. О, капитан Жозе. Помнится мне, вы грозились перебить их одной левой. Капитан Луи и Жозеф Готье, шевалье де Лаверендри. Решил, что тренировки сделают из тебя настоящего ассасина? Осознаешь, что это значит? На тебя возложено бремя великих древних традиций. Наставника должно слушаться беспрекословно, иначе нам не освободить человечество. Красивые слова, шевалье. Но я не чувствую себя свободным. Зато станешь мудрее. Вот, бестолыч. Тебе только капусту на ферме сажать. Ты безответственный нахал. Ты безответственный нахал. Господа, хватит. У нас есть общий враг, и он, похоже, недалеко. Королевский флот напал на нас и вынудил моих людей бежать. Мы сели на мель, а контрабандистов, с которыми мы должны были встретиться, взяли в плен. Мы с Шеем освободим их. Раненые на вас. Пригодятся. Бери. Будь осторожнейшей. Королевский флот будет ждать нас. Помни свои уроки. Проучим их как следует. У них нет ни шанса. И где твои дружки, крыса? Отвечай по-хорошему.
всем быть начеку! Скоро тебя по кусочкам будут собирать. Ага, вот и он. Спасибо. Думал, нас точно повесят. Их я решил оставить вам. Трогательно. Возможно, от тебя все же есть польза. Кстати, о пользе. Думаю, им этот корабль больше ни к чему. Это куча дерьма. Если хочешь, Шей, забирай. Я иду на свой корабль. Ты все слышал. Корабль твой, Шей. Давай. Штурвал. Кое-кто из тех, кого ты спас, тебе сна. Неплохая команда. Не уверен насчет их, капитан. А ты второй опытный мореход в братстве после меня, Шей. К тому же, корабль не повредит. Даже такую бомбу. Мой корабль? Личный? Твоя личная локация, да. А, слегка подкрасить, да пушки заменить. И будет вполне прилично для семи морей. Приступим, капитан. За дело, друг. Недоумки.
Стефан, но на ходу. Называется Морриган. Морриган? Та самая глупая фея, погубившая Мерлина. То, что тебе и нужно, Шей. Морриган — древняя богиня, королева войны и тьмы. Она собирала души павших воинов. Корабль. Тысячи чертей. Они же потопят его! Настало время, Морриган, капитанши! Команда, к бою готовься! Правда ничего. Надо проверить, что осталось. Быть далеко. Надо чинить корабль. Слышали, друзья? Шевалье нами доволен. И куда же мы держим курс, Шей? Пора поговорить с учителем. Не находишь? Как мудро, капитан. Как мудро. Что ты там натворил? Это какой-то спящий вирус? Черт! Держись, я тебя вытащу! Извини, что так грубо. Наушник в порядке? Так. Ты был в Анимусе. Анимус, ясно? Чтобы получить доступ к генетической памяти Шея Кормака с помощью Хеликс. Ты работаешь в Абстерго Интертеймент, ну? Хоть что-нибудь вспоминаешь? Твоя сессия что-то испортила, теперь в здании бардак. Нам нужен твой босс. Ты ведь помнишь своего босса? Мелани Лемей, ту, что с синдромом отличницы. Вот, это коммуникатор, чтобы не заблудиться. А теперь нам пора. Иди за мной, скорей! Вся эта паника из-за тебя, если вдруг интересно. Ну давайте же, так же, как на учебных эвакуациях. Все будет хорошо, ребята. Я обещаю. В чем дело, черт возьми? В файле Шей Кормак находилась ловушка, какой-то вирус. Твоя работа — не допускать такого. Нужно сдержать эти воспоминания. Потом уничтожим. Нет, изолируем. Я собираюсь их изучить. Но... Простите, мисс Ламей, это не обсуждается. Вы слышали? Что ж, мне будет нужен ваш болванчик. Вы не против, мисс Ламей?
Привет, не удивляйся, но ты будешь работать на людей, которых мы наняли, чтобы, ну, усилить защиту. Мистер Отсеберг и мисс Вайли да Коста. Просто Вайли. Проверю, как сотрудники, и разберусь с прессой. Делай то, что они скажут, ладно? Вперед! Это, конечно, не твоя вина, но все-таки вирус выпустил ты. Так что поможешь устранить последствия. Мистер Берг хочет исследовать воспоминания Шея, но доступ к ним есть только из Хеликс. А он вырублен. Придется ребутнуть сервера в подвале. Блин, этот вирус создал долбанный гений. Не только перекрыл доступ к облаку, но и угробил все системы, которые отвечают за работу здания. Мелани, похоже, лифты не работают. Мы тут застряли? Черт, да. Пытаюсь вызвать рабочих. На этом этаже есть один сервер. Придется заняться им. Агент Де Коста, я жду постоянных отчетов о работе с памятью Шея. Но он обычный человек, как я поняла. Если мои догадки по поводу Шея Кормака верны, то его прошлое может открыть нам неожиданные возможности. Идите в серверную на этом этаже. Болванчик. Индикатор Wi-Fi мигает? Отлично. Сервер поднимется, подключу двойнему с обратно к Хеликс. По идее, если соединить лучи с нужными сегментами, все получится. Но вот в чем дело. Круги надо перемещать, чтобы луч был направлен на каждый сегмент. И именно на каждый. Один луч, один сегмент. Это понятно? Если сделать все как следует, система перезагрузится. Понял? Попробуй. Запуск остальных устройств во всем здании займет больше времени. Ассасины утверждают, что Аль-Муалим был великим наставником, развращенным жадностью, вступившим в сговор с тамплиерами, чтобы захватить яблоко Эдема. Я вижу в нем умного и хитрого лидера. Используя своего лучшего ассасина, Аль-Таира ибн Ла-Ахада, он уничтожил сообщников, чтобы с помощью яблока принудить планету к миру. Аль-Муалим абсолютно точно не являлся членом Ордена. Но его видение мира было значительно ближе философии тамплиеров, чем ассасинов. В прошлом оба лагеря хотели одного — мира, но их способы достижения цели различались. Если бы Аль-Таир не убил Аль-Муалима, позволив тому осуществить свой план, возможно, мы жили бы мирно. Лишь когда Аль-Таир реформировал братство в соответствии с идеалами свободной воли, конфликт распространился на весь мир. Раз даже мудрец с горы сумел посмотреть на мир с нашей точки зрения, что уж говорить о других ассасинах.
Ассасины. Сомневаюсь, что ты должен был это видеть. Слушай, возвращайся к своему анимусу. Когда сервера поднимутся, ты, в принципе, можешь восстановить рабочие станции, если хочешь помочь. А можешь, допустим, поискать разные полезные устройства. Но тут сноровка нужна. Слушай, один сотрудник оставил свой коммуникатор рядом с лифтом. Если увидишь там похожий девайс, занеси его. Может, это что-то прояснит. Ты разблокировал память Шея Кормака. И сейчас мы на пороге большого открытия. Должно быть, у тебя много вопросов о работе и обо мне. Пока скажу лишь, что ответы в истории Шея просто так. Этого не объяснишь. Хейтем Кенуэй остается противоречивой фигурой. Я его уважаю. Он был великим магистром колониальной ложи и руководил поисками святынь предтеч. Хейтем был хитрым и жестоким, но в нем была эмоциональная слабина, которая изгубила его. В детстве он потерял отца, а великий магистр Реджинальд Берч вырастил из него рыцаря-тамплиера. Однажды Хейтем узнал, что его отец Эдвард был ассасином. Тот факт, что он предпочел остаться тамплиером, а не пойти по стопам своего отца, говорит мне, что он был на правильном пути. Но когда Хейтем узнал, что Берч был одним из убийц его отца, он вместе с сестрой убил его из мести. И это было началом его гибели. Тамплиеры никогда не убивают под влиянием чувств. Когда он узнал, что его сын Коннор – ассасин, работающий против него в колониях, его эмоции не дали ему нанести удар. Жаль, Коннор не проявил к нему такой жалости. Сколько воды утекло? Ахиллес. Одевали. Что там слышно в Вест-Индии? Боюсь огорчить тебя, друг. Кажется, нам есть что обсудить. Пойдем. Кто наш гость? Одевали. Он был рабом, но сбежал и освободил сотни своих братьев. Живое воплощение нашего кредо. Ясно.
Готов тренироваться? Да. Но есть еще одно дело. Так что случилось, друг мой? Это было ужасно, Ахиллес. Земля тряслась. Океанские волны смели Порт-о-Пренс. Много людей погибло? Тысячи. Практически в каждой семье горе. Мне неприятно говорить о делах в такой момент. Но кто-то подыграл и ходит целый свет. Шей, ты опоздал. Хоуп, что я пропустил? Всего лишь первый час обучения. Ты так скучен, Кессига Вася. Наше дело важнее веселья. Не сотрясай воздух для Шея совершенствования, что для кошки ошейник. Эй! Как жаль, у мальчишки определенно есть талант. А дисциплины не достает. Ладно, ладно. Что нужно делать? Умно. Так, что у нас сегодня? Стрелять будем. Вот, возьми. Это твои? Так у тебя появится хоть какой-то шанс. Давай. Вот цели. Лучше не спеши, но и не тяни, дел у нас полно. Патроны! Стой на месте, любой попадет. Попробуй стрелять на бегу. Почти. Чуть-чуть не хватило. Ну же. Уже почти. Молодец, Шей. Так держать. Ты молодец, Шей. И плюнь на насмешки. Все желают тебе только добра. Неужели ты вовремя? Разве я могу заставлять даму ждать? Я не дама. Не забывайся. Я учитель.
и твой шанс. В чем-то я с тобой согласен. Чем займемся? Узнаем сотню способов убить. Вы двое! Что ворон считаем, следите за шеем! Можешь сделать это незаметно. Шей, самое главное затаиться. Умей выжидать, и все получится. А ты молодец. Заберись как можно выше. Атака с воздуха самая эффективная. Просто отлично. Ты удивил меня. Шей, самое главное затаиться. Умей выжидать, и все получится. А ты, похоже, знаешь, что нужно делать. Хм, чуть лучше, чем я ожидала. Ты впрямь чему-то научился, Шей. Только не надо задирать нос. Шей, идем. Будем учиться выживать в дикой природе. Думаю, до сих пор я неплохо справлялся. Возможно. Но мне есть чему еще тебя научить. Я тебя жду. Я тебя жду. Пора на охоту. Сосредоточься, чтобы найти добычу. Используй дары природы с умом. Да, теперь используй то, что ты смог добыть. Держи пистолеты под рукой. Ахиллесу есть что тебе показать.
сотня. Говорят, ты стал отличным стрелком. Щедрый подарок. Спасибо, наставник. Мой корабль ждет, Ахиллес. Народ Гаити будет благодарен тебе за этот груз. Надеюсь, ты вернешь пропажу. То есть? Тамплиеры украли артефакты. Манускрипт древнего знания и шкатулку, что поможет прочитать его. Следы похитителей ведут сюда, но дальше искать придется тебе, друг. Прощай, Адевале. Тот, кто владеет артефактами, может попасть в святыни предтеч. Не вернем их? Опасность грозит всем. Куда? Куда ведет след тамплиеров? Лайон, чтобы ты отдался на волю случая? Не ерничай. Поле боя выбираем мы. И где? Как не в море, мы сильны. А ты прав. Что ж, в путь. Надеюсь, она приблизилась к артефакту. Так Ахиллес поручил это тебе? Нет. Поручил поручить тебе. Найти то, что украли у Макандалиша. Тебе нужно вернуть шкатулку предтечи и манускрипт. Твое задание. А твое задание? Присматривать. Ахиллес мне не доверяет, так ведь? Это покажи. Сделай это для всех нас. Увидишь, как все изменится. Лайм, а что там Ахиллес пишет? Он постоянно сидит у себя, уткнувшись в бумаге. Записывает, подсчитывает, собирает данные о частицах Эдема. Пишет письма нашим братьям на других континентах. Thank you.
You know, come back. No! You! Stop. Time to fight. Ha! You thought you had lost us, huh? Вообще осознаешь, что очень немногие знают столько же, сколько ты? Я не виноват, что Ахиллес меня знакомит с ассасинами в Европе и в других частях света. Как своего любимого сына. У него только один сын, Коннор. Значит, как наследника. Коннору отойдет дом, а тебе звание. Увидим. Как скажешь. Принц-регент братства ассасинов. Еще раз так назовешь, за борт выкину. Well,
Again. 6 hellish months we've passed away in the cold Kamchatka Sea. And now we're bound for the Arctic ground, rolling down to old Maui. Zap! Бросить якорь! Ne fais-je pourtant pas tout mon possible pour t'assurer une vie de bonheur et de plaisir? Espèce de marâtre ingrate. Je sais, je fais ça comme ça, ma chérie. Maintenant, calme-toi. Tu ris, n'as plus sa tête. Avoir des fourmis dans le pantalon.
Поверьте, во Франции на лобстеров огромный спрос. А, вот и наш огородник вернулся. Вовремя. Нашелся след любопытного манускрипта. Прочтете? Удивлюсь. Никто не может его прочесть, недоумок. Потому тамплиеры столько с ним возятся. Но наш союзник сумел их выследить. Пират? Шпион, но работает с ними. Мы плывем на антикости. Заодно посмотрим, как переживет это плавание твоя лохань. А насколько надежны эти пираты? Они мне как братья, Шей. Когда придет время, они помогут нам победить тамплиеров. Вот бы англичане поняли, что именно тамплиеры управляют ими. А что, тамплиеры и в самом деле управляют колониями? Не совсем, но их влияние весьма велико. А что шпион, как его? Охотник не твоя забота. Он верен нашему братству. У него есть друзья как во французском, так и в английском флоте. И он знает о том, что происходит на просторах Атлантики лучше, чем все мы. Лайм, а расскажи мне про Адевали. Ты ведь так им восхищаешься? Да. Как-то мне выпала честь с ним работать. Мало кто так же предан нашей идее. Но это не все. Адевали стал легендой еще до прихода в братство. Он был пиратом, грозой Вест-Индии. Родился даже с черной бородой, Вудсом Роджерсом и Каллика Джеком. А кто это? Книги почитай, что ли. Лет 20 назад Адевали перехватил конвой тамплиеров и забрал загадочный сверток. Он поплыл в Порт-о-Пренс и передал его женщине, которая якобы была верна нашему делу. Дайте угадаю, он ошибся. Нет, она справилась. В итоге сверток попал в руки Франсуа Макандаля, наставника братства на Гаити. И что? Что там было? Шкатулка, которую мы ищем. Мы толком не знаем, на что способна эта посудина. Может, выставить ее против корабля подходящего размера? Хочешь проверить, умею ли я стрелять? Ответь, учитель. Раз уж ты предложил. Каждый парус наполнился ветром! Буря! Шей! Блин! И в
Корабль! Капитан! Английский корабль! Ему долго пришлось. Что ж, отлично. Пожалуй, самое время пустить его к огню. Предлагаю не спешить, там королевский груз. Посмотри в трубу и сам все увидишь. Неплохо. Ну что ж, думаю, мы облегчим кошелек короля Георга. И учти, нескольких попаданий достаточно. Если что, пойдет на дно вместе с экипажем и грузом. Возьмем на абордаж раньше, чем команда поймет. Там груз корабля, сэр! Держи! Приготовимся! Они близко! Блин! Салаги! Слышали, как? По местам! Догоняем! Шхуна, судя по всему! Блин! Что там королевский флот? Корабль один, всех! У нас а! Война! К бою готов, сэр! Целивайте снаряды! Огонь! Там не стреляй! Так мы его потопим! Время пришло! На абордаж! Держись! Сейчас столкнемся! Твоя смерть пришла! Убавить ли селя? Фок, ноги-то вы! Ужинать будешь с огромной! Держись! Они близко! Покажи им, капитан! Ну, вперед! Добыча наша! За Морига! Море в этих местах опасное, капитан. Я бы посоветовал укрепить Морриган. Потолкуй с капитаном ближайшего порта. Сможем купить что-нибудь полезное. Не знал, что на Гаити есть кто-то из братства. Есть. Их наставник Франсуа Макантай. Многие маруны стали его учениками. Это сбежавшие рабы и их дети, да? Да. Как грустно. Спаслись от ужасной участи, но погибли в этой катастрофе. Но Гаити — французская колония. Все верно. Здесь ассасины служат королю, а на Гаити французы держат в рабстве тех, кого освобождает братство. Ассасины действуют вне границ государства.
Антикости уже близко. Держите курс, капитан. Эй, Саша! Рыбацкая деревня. Нам точно сюда? Тут же только рыбаки, да их сети. Да, в Персе полным-полно рыбаков. Но и для нас кое-что меняется. Сначала тут рыбачили французы, а Георг все пытается их потеснить. А местным деться некуда. Вперед отдать! Вперед! Приводим! Спустить брамселя и бомб брамселя! Отдать якорь! Капитан на мостике! Отдать гроты! По ветру! Нагитовы! Якорю! Что вы сегодня хотите? Необычное дело. Cette vie de pionnier est rude, mais je l'aime. Les gens sont beaucoup plus honnêtes qu'au pays. Moi, j'ai l'impression qu'il y a autant de menteurs et d'hypocrites qu'en France. Надо вернуться на курс, капитан. Точно. Охотник уже ждет нас. Море в этих местах опасное, капитан. Но за Морриган я бы не беспокоился. Он идет ко дну! И в щепки! Корабли! Снова рыбаки из Персе. Они топят рыбачьи лодки. Думают, кто-то посмел нарушить их границы. Эти трусы поплатятся. И, кстати говоря, они мешают нам продолжить путь на Антикосте. Что скажете? Может, потопим их всех? В кои-то веки я соглашусь с тобой, Шей. И не такое бывает. Огонь! Огонь!
Пентекост. А ваш друг шпион ждет нас? Надеюсь, хоть кто есть, что рассказать кому. А может, он уже вообще выяснил все, что надо. А может, я оператор не оба Цезарь. Впереди! Соленый воздух, чистое небо. Думаю, только в море человек может быть свободен. Что скажешь, Лайм? У нас есть задание, Шей. Не отвлекайся. И в чем же смысл свободы, если даже не вздохнуть спокойно? Тамплиеры здесь как у себя дома. Пока этот берег нельзя считать свободным. А мне кажется, нам нужно только поговорить, а то все ходим вокруг. И что, будешь милым улыбаться, когда тебя наступят сапогом на горло? Нет, конечно. Это убийцы, которые хотят получить как можно больше власти. Не забывай. Наконец-то. Антикости. Охотник ждет там. Надеюсь, он знает, где искать манускрипт. Уже недалеко. Оля! Шпартуйся же! Вот мы и на Антикости. Вперед, Шей! Встретимся в форте. Мех-то покупают? Да не очень. Даже мясо купить не нужно. Мясо полно на британских бригах. Прям бочками возят. А, да. Это с ирландских ферм, по всей видимости. Ирландцы молодцы. Они умеют вести хозяйство. Вот, взгляните. Позаимствовал эти чертежи на одном корабле Королевского флота. Никогда не видел ничего подобного. Отлично. Мощное оружие всегда, кстати. Охотник, позвольте представить, мой компаньон Шей Кормак. Господа, еще новости. На том же корабле я видел нужный вам манускрипт. Он написан на неизвестном мне языке, и в нем множество рисунков. Разные кошмарные растения и животные. Ни одной карты или плана? Нет. Возможно, это шифр, но ни мне, ни англичанам не удалось его понять. И где он сейчас? Тот, кто его принес, сказал, что его прислал в Вашингтон. Знакомое имя. Известный тамплиер, не так ли? Да. Тамплиеры способствовали взлету Лоуренса Вашингтона. Шей! Надо найти его. Спасибо вам, сэр.
Yeah.